Так, а если серьезно? Другие города. Сейчас мы список городов. Нижний Новгород, Уфа. Уфа и Казань. И Казань. Кто? Да, откуда? Напишите, кто придет. Кто придет? Да. Друзья, привет! Погода совсем не радует, но мы хотим вас обрадовать. Мы запускаем конкурс. Условия таковы. Нужно создать либо картину, либо перепеть нашу песню, либо какую-то другую песню, либо снять клип, или смастерить, сделать что-то своими руками. В общем, проявить творчество. И именно свое творчество. Собственный материал. Не используя ранее монтаж, не используя наши лица, не используя материалы с нами. Только вы. Выложить свое творчество во ВКонтакте с хэштегом «Творчество Нестер Кэш». Этот хэштег мы напишем под видео, и мы так сможем видеть ваши работы. 22 апреля в 17:00 мы подведем итоги и вышлем вам ссылку на наш онлайн-концерт. Всем удачи! Есть твой ответ? Да. Это нормально? Это прекрасно. Да нифига это не прекрасно. Ты, господи. Я чувствую камеру, актер же. Так. Ну давай читать. Агапов все взял на себя, как и обычно. Обычно, да. Концертом, программой, как и что. Покажу вам свою актерку. Такая, мини-дом. Люблю актерки, хочу когда-нибудь себе трейлер взять и поехать в путешествие. Такие вот дела. Как у вас дела? Энергии за эмоции, за то, что вы это так приняли, за вашу искренность. Привет, друзья, это наш официальный аккаунт. Скажи что-нибудь. Нет? Мы рады очень, что вы здесь. Все еще сказано. Что-нибудь скажи. Все сказано. Спасибо огромное. Друзья, привет! В преддверии 8 марта мы решили устроить конкурс, чтобы вас порадовать. Условия очень просты. Одно из них – это ответить на вопрос, какая фраза из песни «Ты и я» зацепила вас больше всего. А главное – почему? Надеемся на вашу активность и креативность в комментариях. Вся остальная информация ниже. Желаем вам удачи! Вот вы всегда задаете вопрос. Так. Будет ли второй сезон? Второго сезона не будет. Не будет. Второго сезона «Я заберу твою семью» не будет. Но. Мы решили снять свой собственный сериал. И по факту, на самом деле, его авторы не столько даже мы, сколько вы, потому что мы читали все комментарии, все, что вы пишете, что вы хотите. Есть много фанфиков. Ты читала? Да, ты мне присылала еще. Да. И вот теперь у нас работает команда сценаристов, профессиональная команда сценаристов, да, которые пишут народный сериал. С нами в главных ролях, как вы хотели. Да. Камера, уже включено, это значит мотор. Все. Камера, мотор, начали! Дорогие друзья, привет! Всем привет! Так, что мы держим в руках? Наименование, футболка, да. Состав 100% хлопок, цвет NK04 White, размер L. Значит, мы распродаем всю продукцию. Почему? Потому что хотим опустошить наш склад. Правильно. И умы. Нет, сердца. Ну, умы. Нет. И мы создаем. Почему мы опустошаем наш склад? Мы продаем всю абсолютно продукцию, которая у нас там есть. Все наклейки, все футболки, все, что есть. Потому что мы делаем новую продукцию. Хотим скоро заполнить новой продукцией, правильно? А чтобы налить новый чай, надо сначала выпить старый. Правильно. Поэтому друзья, покупайте, пока время есть. Продажа. По минимальным ценам. Да. Вот так и носи. Я думаю, это идеально. Поехали. Ребят, мечты сбываются. А я замуж выхожу. Опять. В который раз. Ты у меня холодный. Живодеры. На камеру еще все снимаешь? Да, естественно, тебя же надо. Ложись. Да он постоянно своими холодными ручищами лезет ко мне в самые сокровенные места. Реально, понимаешь, да? Нет, вот у меня такие сокровенные места холодными ручищами не нравятся. Господи, а что с моими... Да. И руки у меня совсем не холодные. Смотрите, пишите, буду рада. Разгрупповаться.
Ну вот прекрасно, давайте на том лагере. Давайте вот там вот сделаем, что это такое. Я про внешний кадр говорю, вот там вот. Моего парня, Геленфаген. Давай, я сейчас Реуту сброшу. Куда сарай я тебя сейчас выброшу. Ой, лезет, боже мой. Смотри, здесь съемка будет. Угу, твоя. Недовольный. Забирайте эту чепуху. Вот эту. Ну какова же все-таки красота, а? Ну какова все-таки ванну. Ну как... Такой нелегкий труд. Просто дай пример с тройкой. А что сказали, что бергер уже здесь? Да, он здесь. Нет, он здесь. Да, здесь. А, ну, придут девчонки, я вам позову. Сейчас. Ой, поможешь, да. Конечно, я взяла попозже. Спасибо. Придут же попозже, да? Правильно? Сейчас я не буду звать. Вот не испачкалась, другую. Давайте. Или это уже пачкаем и пачкаем до конца, мы же все равно сегодня не расстегиваемся. Да, мы вообще нигде не расстегиваемся. Отлично, решили вопрос. Первый кинопоказ в Российской империи состоялся здесь, на территории фильма, в кинотеатре «Аквариум». Боже мой, я буду ходить с Полиной. Здравствуйте. Пойдем. Я же не тяну. Ну, мне надо, чтобы плотно легла. Ну, вот здесь будет слоями, вот так. Давай тогда сейчас вот это. Это надо тебе тоже бинтануть. 14 час. Все ясно. Ну, снимай. 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 48-50 на карту я сюда пробегал. 42. 42. 42. Ты все помнишь. Ты все помнишь, 3 года прошло. Это наш звуковик. Денис зовут. Это Николай. Это камера. Так, снимаю кино. Я сплю. Это оператор. Это звуковик. Такой прикольный звуковик с дредом. Приготовились к съемке, тишина. Здрасте. Всем привет! Я хочу напомнить, что завтра в 16:00 состоится премьера 4-серийного фильма «Единственная радость» на «России-1». Ох, боюсь, сама страшно боюсь. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном. Николай, можно вас спросить? Подъем еще показать, подъем. Почти
А мы закончили на сегодня. Все собираются. Режиссер стоит. Что мы делаем за день до смены? Нет, не сидим в Инстаграме. Мы репетируем. Здравствуйте, я параноик. Я готов общаться. Ну что, крошка, идем на площадку? Дадим жару? Ребят, вы готовы? А, да, я вас снимаю. Конечно. Я, кстати, борюсь с собой, на самом деле. Я тоже стараюсь, но не получается. Я тут, короче, прочитала книжку. Хорошая привычка, плохие привычки, как раз правда. Дайте Тане Тёму. Тёму. Бедный Тёма. Густяши. Вообще огонь. Денисон вообще густяши. Комбинезон блестящий. Что вы обсуждаете? В чем? Наряды? Наряды, Федор Фадж. Да, видео. А мы что? Нет, мы не раскрываем всех тайн. Главное, сегодня мы вместе. Ужас. Прекрасный вид. Скажи, что скажешь? У нас закончилась смена. И все? А почему ты там сидишь одна сзади? Да вот так вот. Я тебе... Ты меня выгнала, да? Спать, да. Ну, конечно. Что ты говоришь? Говорю, такой проект, который вот смотришь, смонтируешь, вспоминаешь. Да, это мы про невесту как было хорошо. Да? 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 Ты видишь ты или нет? Доброе утро, дорогие мои. Зашла к девам на гриб. Можно оставить? У них такой забавный календарь. Да, да, да. Скажи мне, пожалуйста, у нас масло, которое живет. Кто делает съемочную группу, снимая другой проект? Внезапная проверка ПВО. Смотрит невеста Камдива. Вы похожи на героев Ультина Джуша и его военные солдаты. Вон на дровосека, когда несет, а ты на Элю. Вы снимаете, да? Все, началось. Кадр. Сама же сделала, сама смывает. Молодец. Я тебя породил, я тебя убью. Вот так и происходит. Жестокая. На секундочку, скорая помощь. Сильная эпохия, смотрите. Перчатки аж не налазят на него. Он закончил. Пирожки есть, кстати. А, я вчера пирожки брал. Прикольно. Это я, что ли? А у тебя камера в эту сторону работает, да? Знаете, с Сашей работала... А, что хотела сказать? Что? Ну, я хочу узнать ответ. Давай, Давай. Прекрасно. Это же я. Ребят, я обожаю. Я ее закрывал на балконе. Я что только с ней не вытворял. Обожаю этот человек. Не могу. Я тряпка, ты это любишь повторять. Но если тебя кто-то обидит, ему не поздоровится, понятно? Меня никто не обижал.